три таких разных сына Арнольда Шварценеггера. Всем привет! С вами «Интересная инфо». У Арнольда Шварценеггера два сына, рожденных в браке с Марией Шрайбер, 22-летний Кристофер и 26-летний Патрик. Также у Шварценеггера есть внебрачный сын, появившийся на свет от связи с домработницей Петти, 22-летний Джозеф Байена. Старший сын Арнольда Шварценеггера, 26-летний Патрик, пошел по стопам отца и активно снимается в кино. С 2000-х в его копилке появились яркие проекты «Одноклассники 2», «Королевы Крика» и «Скауты против зомби». А в 2018-м сыграл первую главную роль в фильме «Полночное солнце», заявив о себе в полный голос. Патрик определенно хорош собой. Благодаря своей привлекательной внешности и атлетическому телосложению, успешно реализует себя и в качестве фотомодели. Помимо этого, основал компанию Project 360 с помощью родителей, которая выпускает линию мужской одежды, при этом жертвует 10% прибыли на благотворительность. Арнольд Шварценеггер реализовался сразу в трех далеких друг от друга сферах – бодибилдинге, кино и политике. Но спортивный успех отца готов повторить лишь один из его сыновей – внебрачный сын Джозеф Байена. В этом виде спорта он делает удивительные успехи, тренируясь при поддержке своего отца. Люди любят Шварца и, скорее всего, будут готовы к его смене в лице сына, и очень вероятно, что Джозефа ждет успешная актерская карьера. Не все из наследников голливудского актера ведут публичную жизнь. Так, о жизни младшего сына Кристофера, который учится в Мичиганском университете, почти ничего не известно. Парень не посещает светские мероприятия и не ведет странички в соцсетях. Папарацци засняли Кристофера, приехавшего домой на каникулы в компании матери и старшей сестры Кэтрин, когда они по-семейному пообедали в одном из ресторанов пригорода Лос-Анджелеса. Хоть парень уже давно набрал лишние килограммы, но все равно его внешний вид продолжает удивлять публику. При этом некоторые считают, что Кристофер поправился еще больше. А так, актер и политик Арнольд Шварценеггер поздравил в Инстаграме с днем рождения Кристофера. 27 сентября тому исполнилось 22 года. На фото Кристофер позирует на фоне заснеженного леса в шинели российского образца. А какой сыновей Арнольда вам нравится больше всего? Ждем ваших комментариев. Оставайтесь с нами интересно. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи!